Я слышу, как здесь кто-то стонет. Во. Подожди, подожди. Хищник. Нет, оно... Это... Джунгли в Кайманос. Это отсылка к хищнику. До них и уволокли в ад. А ты как спаслась? Я не спасалась. Оно не тронуло меня. Чудовище знало, что я не опасна. Ты брала с DLC-шками? Да. А потом попробуй. Ну вот попробуй потом поиграть эту в лесную, я не помню, как называется. Нафига. Ну там куча снайперов, и они прям все это такие невидимые а-ля хищники. Ну вот они именно вот полупрозрачные. Кто? Их видно только когда враги. Их видно только тогда, когда они начинают шевелиться. Или на них падает дождь. Ну, либо так можно различить, но довольно-таки сложно. Причем они ваншотят с выстрела. И там буквально, там, не знаю, 100 метров ты будешь двигаться скоростью черепашки. Так, что нам тут надо найти? Но кости. Вот, и там типа а-ля хищник, там даже костюм хищника давали. И здесь, походу, то же самое. Вы это видите? Это не мачете. Слишком точный и тонкий разрез. Ты меня подожди. Я слышу его. Да подожди ты меня, слышит он. Ну там вот зеленые огоньки, это что? Светлячки? Да. Если он такой же здесь будет полупрозрачный. Тепловизор плохо видно. Вот тут что-то есть. Саша, да? Я вот дроном летал, исследовал. Если тепловизор. А, это птички. А мы подошли уже. На, на дереве висят. Но это... Смотри на деревья. Кто же еще? А. Чувачки. Ага. Без шкурки. Без шкурки их не видно, прям. Шали без шкурки. Почему не видно? Видно. Ну что, пошли дальше? Сейчас. А, теперь видно. Да, ох ты ж, а тут их до хера.
Ох, они тут. Они не только без шкурки, у них там и кишочки, да, на дереве их полно висит. Ага, фугас. Ну, а ты его слышишь? Ну, иногда вот это трещание. Да. Блин, плыть, что ли, придется? Ага. Через речку. Интересно, тепловизор его увидит? Пойду дроном слетаю. О, тут корабль. Вот нам хищника еще не хватало. Сейчас отключат нас корабль. А можно на нем полетать, а? Бам, круто. Ну-ну. Что ж это за хрень? Ну вот я его слышу с той стороны, куда мы смотрим. В каком смысле? Хер его знает. Так, ну ты видишь нам куда ехать? Угу. А почему на нем нельзя полетать? Ух ты, у меня музычка такая прикольная началась. Да? Сейчас я в себя подниму. Она закончилась. Она была только на этом. Возле кораблика. Ну ладно. Но у меня такая была музычка, типа резкий какой-то звук там. О, спереди что-то зеленое. Впереди. Да. Смотри. Вон, светится. А, вижу. О, там еще что-то светится. Типа это его кровь. Кровка его, да. Так, на этой карте указаны места на реке, где стоят подлодки картеля. Если поспешим, то сможем взорвать их прежде, чем они уйдут. Ух, как она классно светится. Что-то? Из чего оно? Я что, трону это? Очень похоже на кровь. Что бы это ни было, из него течет кровь. А значит... Это можно убить. Ну ты понял, да? Угу. Интересно, он встретится нам в конце? Или где-то между? Я надеюсь, он не имбовый. А так. О, трупики еще. Угу. Так, у меня шестисолки нету. Ну вот я с пулеметом иду. Я со снайперкой. Опа. Какие-то звуки, шорохи вокруг нас. Это так вот, должно быть? У меня опять музычка началась. Такая тык-дынь-тык-дынь-тык-дынь-тык-дынь. Что-то кровка кончилась. А я вокруг нас слышал шорохи. Я не слышу.
Вон еще кровка. Угу. Еще трупики. Ой, бля. Ну вот. Так, ну я в настройке. Нафига? Музыку погромче. Да тут музыка такая. Ну так, для атмосферности. Типа скрипочки. Чтобы нагнетало. Ты слышал, сейчас он орал? Но... Да. Но у меня он орал где-то справа. Еще тропик. А, призануло. Опа, ой, бля. Спереди человек. Вон он. Ты в порядке? Я не знаю. Оно убило их. Убило всех. Начинается это прям как фильм «Хищник». Оно? То есть он? Нет. Оно... Это... Ну, уже неинтересно, оно бы половину знает. Дотянулись до них и уволокли вас! Почему, если... А ты как спаслась? Я не спасалась. Оно не тронуло просто... меня. Чудовище знало, когда что мы с Кирюхой начали, мы ни хрена не поняли сначала. Мань, представляешь, они не смотрели «Хищника», походу. Нет. Охренеть. Мы просто... Это вы просто уже были в курсе того, что это. А мы-то не знаем, что здесь такую херню добавили. Ну, как бы там написано, не? Я тогда не успел прочитать. Где написано? Ну, это там в этом, в испытаниях написано. Но я до этого прочитать-то не успел. Я не читал. Я просто, мы такие мимо едем, смотрим, миссия там буквально в 100 метрах от нас. Мы такие, дай-ка посмотрим, что это. И писец. Та-ра-т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 а. Ну и так, чтобы совсем не было. Та-дам-та-дам-та-дам-та-дам-та-дам-та-дам. Та-ра-рам. Нормально. Ладно. Дун-д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 ун. Знаешь, эта мелодия больше похожа на это. Мы не верим это. Ниндзя черепашки, блин. Я нашел тут кое-что. Господи. Юзай, Мань. Я уже. Ты чё? Да Мане нужна плётка. Ну это фуражка. Да мне что ж вы делаете? Машину. Ей нужна не плетка. Так не поняла, где фигня? Правда. А. О, сейчас минус три можно сделать. Помните, тихо, скрытно и без трупов. Что же с ними сделали? В картеле полно садистов, но это точно картель. Кто же еще? Намат, говорит Матвус. Намат на связи, прием. Я на позиции. Мне надо, мне кажется, кому-то нужно колеса нахрен отстрелить. Яйца. Это всегда более действенно.
И ведь это Маня говорит. Учительница. Слышь, блядь. Опыт? Маня, да, опыт жизненный. Да. Это значит чем-то. Блин, ну тут дождика нету. Интересно. Да, да и день на улице. Да. Смотрите, это типа я взорвал его. Сфоткайте меня, типа я взорвал его. Типа великий охотник. А покататься не на нем. Да вот, к сожалению, что-то как-то. Ой, а кто-то убежал уже от нас. А там нас снова уже будут пиздить, да? Я угадала? По-моему, еще нет. В свое время все знаешь. Вода торфяная какая-то. Или глинистая. Я бы сказал, что в нее сливают. Говняхи. Что у тебя все это? Все одно. Блин, классно. Все кровь видят, да? Да. Да. Она такая офигенная. Угу. О, звуки. Прям пошли. Обмазался бы ей. И светился бы в ночи. О, дождик начался. Как звуки Каспер. Пошли. Но, блин, ну чё светло, так мне интересно. Трупики лежат. Но с молниями прикольнее было. Тихо, в лесу. Только не спи, барсук. Дальше не буду. То вдруг дети услышат. Уши свои повесил, носок. У меня светло, блин, как днём. Так мне интересно. Мне тоже. Даже небо голубое просвечивается. Да. Ты чё? Это орнул справа. Ну, кстати, а у меня вот что-то никто не орёт. Ну, потому что мы это прошли. Ну, видимо, да. Нет, у меня орут. Просто желтая туда, а он у меня справа. Это нормально. Да, погоди. Это всё нормально. Когда мы... Я вот первый раз проходил, Кирилл, да, тут тихо, постоянно. Тихо. Да, Мани, вон он. Дим, тихо. Да, вижу, вижу. Мани. Вон. Ничего, иди, иди, иди. Я не пойду, я никуда, вы что, охерели? Иди, вперёд. Там какой-то чувак с пулеметом. Блядь, рядом с ним кто-то стоит. Неужели увидел? Я не пойду туда. Да пошли. Иди. Мы это уже видели, иди вперед. Не ссы. А можно его ёбнуть? Не-не-не-не. Не получится. Это катсцена, типа. Смотрите, смотри, он прыгает, прыгает, ждет. О, я уронила. А, кстати, а чё она не запустилась? Чувак! Сфоткай меня с ним. А у меня запись идет. Ну блин, а чё не запустилось? Не знаю, он... Он поганул. Мы его сломали. Сын красавчик какой. Блин, прям рассмотреть можно даже. Ну да, кстати, у него пушка над левым плечом. Ага. Нет, это все очень круто, но блин. Пошли уже, ладно, дальше. У меня все время так. У всех все работает, а у меня нет. Главное, у меня запись идет. Все как обычно. Да. Деды на дерево уходят. Это нормально. Он любвеобильный. Он просто дерево пометил. Нас сейчас уже будут убивать, да? Нет. Блин.
На наше место, Дим. Ну, в центр. Куда еще? Тогда фаст. Во, поздно, поздно, поздно. Все в центр, быстрее, быстрее, быстрее. Вот он. А, уже идем. Нет. Не, ну днем не интересно. Занимаем те же места. Короче, Машуль. Главное, увидишь бей. На себе лазер, беги. Это шот, если попадет. Да. Понятно. Быстрее брать патроны, чем перезаряжать. Блин, днем не интересно. Вниз, наверное. Нет? Нет, нет, нет. Урок. Не вижу. За правду. За правду? Так. Блин, прозрачная какаха. Шот! Это на кого-то лазер? На меня был. Если ты по нему стреляешь, то он это умирает. Можно сбить. Вот топчет слон. Прям как серость в ночи. Ты... Эй, в сраку ему попал. Аналогично. Блин. Так, на ком-то лазер. Успел. Вы там патроны нет. Не стойте постоянно в одном месте. Мне удобно пробегать. Меня пробежал. Я в него стрелял, пока он бежал. Центр? Нет. Сзади, у камней. Есть, попал. За мной. Отбежал. Это кто шмальнул? Вон. Это валять. Идар. Я возьму, я рискну, рискну, рискну. Ах ты ж, поздюк. У меня быстрее всех. Бегите, бегите, уйди, бегите. Уйди. Рисай его. Я рискну. Не стойте группы, он убьет всех тогда. Дима, Дима, двигайся. Да блин, не в ту сторону. Я как рисну, он сквозь рисну. Деревья простреливает? Я рисну, майн. Окей, окей. Илюха, двигайся, нет, двигайся. Я нормально, нормально. Медик тут. Он делся. Ладно. Двигайтесь, двигайтесь. Блять. Двигайтесь. Охренеть. Риснул. Он, я умер раньше, чем он выстрелил. Вот у меня такая же херня. Рисаю, рисаю, рисаю. Все, в тебя. Блин, медика, медика. Пошли вон. Били. Медик мертв. Рисайте, давайте. Дыфу. Пидор. Я в него попал второй раз. А он промазал. Двигайтесь. Попал. Перемания. Забавно, метил он в меня, но умерла я. Ой, понеслась, понеслась. Илюха, уходи, Илюха, уходи. Бегай. Не успел. Дай бегай. Ты, бегай. Да, блядь, какая-то моя хрень. Одна осталась. Причем я в него уже пропал вроде бы. Да, нет. Жива? Бегай, убегай, бегай. А что, убегать, да? Не, ну... Не, далеко не убегай, бег, да? Побегай. Трит. Постарайся. Только не убегай. Да, не знаю, может мы сейчас встанем через 5 минут. Да, у нас срез через 5 минут, если что. Да. А но вот ты... он ходит. Идет пешком, Мань. За мной? Он, да, он к тебе идет. Отлично, да. Бегай. Я не могу долго он бегать, у меня все плохо. Бегом. Слушай, а что он так... Пешком он ходит. Пешком ходит, потому что он это... по нему надо настрелять.
Отлично, не стреляй в него. Мань, вернись в локу. Мань, вернись в локу. Да бегу, я вижу. Побой пропал. Да как так? Не было красного. Он еще гранаты кидает. Это я вижу. Так внизу же должно быть. Я по этим, по кругам ориентируюсь. Круги не отмечаются, когда гранату он кидает. Отмечаются. У меня нет. Но мне почему-то сейчас не показало. Нет, обычные гранаты отмечаются, его гранаты нет. Очень хорошо, очень хорошо, я вам скажу. Во, уже потемнее. Уже лучше. Так же. Я пробую так же на хиле быть. Не ори. Мид, мид, мид. Серёх. Ебана сразу. Есть. Да. Получилась зараза такая. Сейчас поприкольнее выглядит. Вот он, сзади, сзади, сзади. Есть. Он Димку хотел обнять. Да. Он по мне соскучился. В ногу, в пятку. В грудь. Кому что понравилось. В ухо. Вы прям стоите себе кучно. Наглая жопа. Попал. Я попала. Я тоже попал. А я не попал. Попали. Сзади меня. А вот сейчас он был прям. Бегом, 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 двигаемся, двигаемся. Косой мудила. Погоди, он сейчас отметит это. Ага. Обрадуйся. Он сейчас сам нам будет говорить, кто мы косые. Не вижу. Внизу. Но я тоже его не вижу. Двигаемся, двигаемся. Все равно косой. Сзади. Сзади. Ах, ты ж перезарядка сраная. Любая перезарядка, блядь. Угу. Так, на камне. А может сюда подкрепление этих вызовем? Сраку иди. Я будем. Тебе постреляю сейчас в меня. За моей спиной. Перезарядка. Вот он, вот он. Они работают эти. Да? Угу. Там. Я видел. Сзади. Двигаемся. Ебать. Да как нахуй я отбежала? Отойди. Действую. Риснул. Двигаемся, двигаемся. Илюха торгует. Я умею. Я тут камнями пользуюсь. Вот он сзади. Прям зараза такая. Какой хитрый. На камне. Сзади меня. Ай, какой он неправильный. Вон он вдали. Попал. Не видел. Опять пробежал там же. Двигаемся. На камне. Дальше. Сзади, сзади меня, сзади меня, сзади меня. Я ему жопу прострелила. Молодец. Очень маленькая дальше. Обойма тут. Есть. Еще меня. Есть. На камне. Он что, у него одни и те же места перезарядки, что ли? Да. Появление? Вот вы-то их бля. Знаете. Бля. Вот это было у него. Блин, не могу риснуть. Ай, цели, цели, целец. Да куда? Маня, беги. Мани нет, Маня не лежит. Нет, я бегаю. Ты чё? Да, но ты у меня стояла. Уйдите.
Да. Как? Риснул. Прикройте. Действую. Да. Дима. Что я тебе сделаю? Я от него даже убежал. Ушла. Двигаемся, двигаемся. Да, это было не важно. Я ему в жопу настреляла. Воу-воу-воу-воу. Давай двигаемся, двигаемся. Рисайте Диму. Бегай, бегай. Виктор, где это? Где он? Хуй его знает. Диму поднимите. Замени на меня он целит. Я успел вовремя пригнуться под стрельбой. Спасибо. И этот пидор. Не успел. День. Чё, всё? Поднимите? Да, умер. Поднимите. Подожди. Всё. Покиньте район до взрыва. Бежим, 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 бежим. Бежим. Покиньте район до взрыва. Помните, он взрывается, когда умирает? Тима. Есть, тебя покинул. Я покинул. Я тоже. Дима. Дима. Бля. Ладно, покину. Я чуть-чуть не успел. Ну я просто хотел посмотреть, обернулся. Вы прошли испытание. Не знаю. Вот, поняли? Поняли, кого не хватало? Меня. Так и говорили тебе. Да, и хила не хватало быстрого. Да, вообще то круто. Еще один тир. Я даже левел подняла, офигеть. Я тоже. А я два левела поднял. Офигеть. И нам по 7500 дали каждого рега. Блин, да. А где вот ушка? Он же взорвался, какая тушка? Ну, хотя бы что-нибудь. Да кусочки на дереве, посмотри. А оружие не дали? Внешку дали.